Жители многоквартирок смогут экономить на вывозе мусора, запросив пересчет по квиткам. Постановление накануне подписал председатель правительства Российской Федерации. Изменения вступят в силу уже в марте следующего года. Перерасчет можно попросить, если жилец временно более 5 дней не пользуется услугами по вывозу бытовых отходов. Для перерасчета необходимо написать заявление в управляющую компанию. Стартовала регистрация на 3-й краевой молодежный киберслет «Дети и сети». Мероприятие состоится в среду, 7 декабря в Перми. Начало в 10:30. Киберслет проводится для популяризации цифровой безопасности и медиаграмотности современных детей. Заявки принимаются до 28 ноября на официальном сайте 3-й пермский молодежный киберслет «Дети и сети». В Прикамье придет похолодание. В предстоящие выходные столбик термометра ночью опустится до минус 25 градусов, днем до минус 17. Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков.